5. Grab your gear, let's go. Значит, смотри, ты бежишь? А ты? Пробежал дальше вправо. На базу пробежал. Кайф, теперь нас забыли. Короче, зачем? Потом ножах. Ладно, там сиди дальше, я уже бежал. Это кто был? Это был на возле окон, возле окон был. Конечно, тот самый, но непонятно. Я только одного слышал. 250, то я возьму, пожалуйста. Я на зиге вышел. Я там понадавал одному на спауне. Это парк, интересно. Минус 30 у левого, у верхнего зала. Я ничего не вижу. У меня патрон заканчивается. Опа. Так ты говорил, у меня тоже, но я где-то менял свой пистолет. В маге, маг один. Нету. Там топает, я слышал. Блин, ну этих патронов нету, что. В маге точно один, у вас в мага. Берите. Я иду на лонг. Давай, я прикрою твою жопу. Я еще одного зорника взял. Я же сказал. Прикрою, Михаил. Спасибо. По-моему, ты меня прострелил на левую ягодицу немного. Но я жив, блять, я рад. Короче, на самом деле нормальная стратегия с этой херней. Закидывать всякими гранатами лонг. Просто с китами забирать за лжей и уходить. А, с китами быстрее, да? Получается? Да, много. Там буквально секунда. Секунда. Раз он в лонге сидит, да, лучше лонг забирать и... Да. В этот раз позволяют, значит, надо пробовать. Там смог себе дали там. Конченый, сука. На зиге сидит. Как мы сказали? Положим на такой отдельный смог туда положить. Я флеш покидаю. Кажется, нормально положил. Дяки-то есть? Нету. Блять, флешка у нас. Я возьму. Там чел с нулем сидит. Мне от этого не легче, честно говоря. Я не паршивости смог, конечно. За кустом сидел. Не, мы все нормально сделали, но фаер очень много. Короче. Как ты выдумать эту херню? Давай пока с диглами. Вот баба. Прокинем эту херню. Потом, короче, просто надо, чтобы хороший смог сами вот эти дверки, чтобы он тебе чуть дальше пролетел. Чтобы мы видели. И вот если положат фаер, то тут же его потушить. Ни разу не дал у него. И что, терпилы? Ага, Лёха. Отлично. Нормально играешь, это все, там нужно убежать. Дади. Там скаут. Это арка. Заберет у меня его. Забирай, братья. Там на перемычке сейчас будет чувак. На перемычке сейчас будет чувак. Вышел. Они со всех сторон уже зажали. Со всех сторон? А, сука, я столько близко, да, не думал. Ебать, там я нормально зашел, блин, и вскрыл. Жаль, не удалось дальше. Поехали. Проблема.
Стараемся минимально тратить гранат до... Ну, в смысле, да. Важно, что я вспоминаю. Остальное, в принципе, можно. Да, смотри, если ты что. Пробую маку поставить, там еще одну твою. Все, я взял. Разменись. Примечка, смотри. Пожалуй, возьму. Примечка чисто. Примечку смотришь? Блять, минус 300. Андрюх. Я как бы... Перемычку смотрите кто-нибудь? Down, у меня есть, если что. Всё. На зиге будет чей-то. Он близко. Чисто, кстати. Вот как бы да. Примерно вот так это и работает. Но, конечно, то, что мы им по ёбам даем, это очень жестко. Так можно и без тактики галактики делать. Ну, правда. Let's go. Сейчас будет. Йо, АК. Вот он закрыл, пока. Хулиганский, блять. Близко. Видит авик. Надо флешку накинуть. Смог туда дал. Я красный. Он слон для этого золота. Надо. Да, удали смог. Золотника. Убирает чел. Сами. Там сзади, сзади. Я сзади, сзади. Я по попке не говорил. Жулик не ворует. Техно. Техно дамажил чисто. Посол. Бля, блять, за каждый раунд деремся нахуй как. Пиздец. Fuck no. Профлюс этих стекол. Ох ты ж, ёпта, я слышал. Пиши. Кончный, дай что я рад. Я не близко все стоит. Теперь вот так, если бы он парился немного. Гонит это предложение руки. Да. Да. Можно ёбнуть, можно и подрочить, правильно? Интересная аллегория. Хуя ты слово знаешь. Кстати, Вадик, главное замечание, когда вот там... Да, конечно, не закидывай. Чего? Ну, вы там после 2 спаун злотников... 2 в 3. Ах ты, пёс, он бежит дальше. Вот так. Ой-ой. Хорош. Вадик, покажи наклеечки. Сейчас на свет встану, чтобы лучше было видно. Спасибо, спасибо, Вадик.
могу с магами в бумагу залететь? Магами? Ты сейчас затащу. Бля, парень подматывает себя. Я вообще по клавишам попадал. У меня был такой калаш, блядь. Просто обычный человек, обычный смертный. Но у меня что-то осталось еще. Которое дешевое. Застрял, блядь. Только что влево за карту. Что сейчас? Твоя хая только что улетела влево за карту, если что. О, через окна. Блять. Да там такие окна, не просто. Я вообще думал, он меня пушить будет, потому что у меня не было патрона. А, Леха, шиномонтаж, блять. Магии не удалось. Да, просто я еще. А я вот буду со спином, который не выпал. Перчешь негатив. А там юз, подигало, блять, калаш, все нахуй ушло. Причем этот калаш я еще брал рублей за 400, наверное. Какой? Редлайн со стикерами. Oh my. Со стикерами в нахуй. Прям пора. Мажор. А, сзади, 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 желтый сзади, Ренка. Там смоки, там смоки, там смоки. Там не убрать. Там оба, да, справа. Блять, он близко сидит. Ну заебись, блять. Не банешься нахуй. Одного флешку дал, второго разъебал. Второй на голову. Один флешек. Все, все, блядь. Тоже кого убил. У меня аж с носа закапало, блядь. Моча? Да, я даже не знаю. Моча по трубам, блин. А чё, побежать будем сегодня? Ну, тащи, чё, я буду тащить. Поехали. У меня уже 12, оказывается, охуеть, блядь. Заебись. Разминочка. Разминочка. Ха-ха-ха! Блять, нормально, нахуй. Блять, хочу авик купить, дауна, блять, вот этого, нахуй. Сверчка ебучего, блять. Ага. Приговорить. Блять, красный сидит. В углу, нахуй, возле цветка. Куда ты бежишь? В каком углу? Слева. Видишь, мой труп паляется. Это ж Лёха шиномонтаж, схуяли ему убегать. Я просто сдохну, всё нормально. Охуенно, авик без армора, да? Я просто, блядь, купил. Закрой рот, нахуй. Да мне похуй, если честно, выиграем мы, блядь, или нет. Let's go.
Нет, я в победу всегда играю. На карту не знаю. Похуй. Как можно побеждать на незнакомой карте? Блядь, да. Алекс первый раз, когда на... Я первый раз вообще по маке бегал, но он тоже 15-го. Дай. Не проходит здесь. Сука, гонщик, 56, да, Михаил? Да. А, понял. На клумбе сидит опять. Прошейте его туда, блядь. Ну у меня я как бы выстрелил, блядь, сори, но на сервере нет. Да, сука такая тупая, хочется выстрелить. Там авик мой лежит, если что, капа, блядь. А, блядь, они там сидят. Он простреливается. Так, мы что-то делаем неправильно. Класс, выяснить что. Как выкуривать людей с позиции? Бэп с пулеметом сел, зажал, сидит, чилит. Блять, у нас бежит просто, когда человек умирает от него. Ох, блять, вот пропушили. Ошибка, кстати. Выстрелил кто-то, пикнул, не надо. Ну или так. Ёб ты мать, сгорел. Мам? Могу флешку дать. Давай, давай. О, нет. 4 в 3. А, понимаю. Один, два. И на ВПН для них. Он тут уже смотрит, 100%. Не сам подумал, да. Он же тут уже. Ох, блядь. Хорош, Андрю. Это, оказывается, весь стол закапан, блядь. Я тут руку немного выебал, Андрюх. После такого. Ё, то за что? А что бы делать, блядь, ёбаный рот? О, все, поехало, блядь. Я уже все понял, я в одном раунде. Парня глок потерял, да, вот это? Хотел Альтер-4, наверное. А он может быть в спине, если что. Я ж знаю эту тактику еще. Мой куст, я его прям посадил. Навиком стоит. Андрюх, ну я на психопата. Я без китов. Андрюх. Я откажусь от твоей защиты. Лучше б я, блядь, с дигла нахуй хуярил. Ты один, Андрюх. Ты один. Там без шансов было. Вдвоём вышли. Блин. А как ты залога забрал? Пришел, забрал, блядь. Положил смог. Поставил ты ключа, ключа зарезали. Я убил чела, забрал. Предлагаю повторить такую тактику. Да. И возьмите только. Go. Я долго его забирал, забрал бы в стенку, пока не залез. Да, быстрее было бы неинтересно. Ну, было. Надо бы въебать. 4 в 5. Только 2.
Опять запушил. Тактика была, они запугали нас, блядь. Бей свои, чтоб чужие бояли. Не туда идешь, по мапе смотри. Я ничего не вижу. Приходи, приходи, приходи. И что стреляй? Пил. Красный, 2 хп остался. Nice work. Вок. Спасибо за. Спасибо за сына, спасибо за дочь. Меткий стрелок, ста. Стрелок. Кейсыч. Кейсыч. Все, мальчики, пойду я отдыхать. Я еще успею даже нахуяриться и в него поиграть. План хороший на карантин, кстати. Ну а хули дома делать? Правильно, поэтому я на работу хожу.